65 тысяч долларов пытался вывезти в Китай 48-летний житель Хакасии. Таможенники остановили мужчину в аэропорту Красноярска. Он летел в Пекин и выбрал зеленый коридор. Это означало, что у него нет денег и товаров, превышающих сумму в 10 тысяч долларов. Однако в его багаже все же нашли наличные. Это были доллары, евро и юани. В перерасчете на рубли сумма составила около 5,5 миллионов. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сотрудники Красноярской таможни выявили в его ручной кладе наличные денежные средства – 10 тысяч евро, 62,5 тысячи юаней и 47,5 тысяч долларов США. В пересчете общая сумма наличных составила 65 тысяч долларов США. Красноярская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере.